Мы вернулись 6 августа из зоны СВО. Преодолели мы 9800 километров. У нас был путь от Луганска до Херсона. То есть крайняя точка у нас была Каховка. Ну, соответственно, это нулевой километр, если можно так сказать. Каховка, нулевой, это да, это прям передавая. Эмоции тогда, когда ты видишь детей, которым 3-4 года, и они седые. Вот это эмоции. Когда ты видишь бойцов со слезами на глазах, потому что они видят тебя, и тебя пахнет домом. Вот это вот эмоции. А когда ты просто едешь и понимаешь, зачем, и ты знаешь, что все, что у тебя в багажнике, это спасет жизни. Причем не одну, а десятки и сотни. В основном запросы – это, конечно, дроны, это антидроновые ружья, это средства радиоподавления, дорогостоящие. И высокотехнологичные устройства. И высокотехнологичные, да, совершенно верно. А вот из бытовых каких-то вещей? Бытовые вещи, ну, допустим, если брать луганское направление, то ребята стараются сами приобретать все, потому что Луганск, он уже город более попроще, там можно приобрести все от генератора до бензопил. Но были такие случаи, мы тоже возили бензопилы, но это уже непосредственно прямо на передовую, где нет возможности выезда у ребят. Самое тяжелое направление – это Херсонское, Херсон-Запорожье.